В наше время все чаще можно встретить на улицах города выброшенные вот эти парилки. А ведь в них стоят прекраснейшие литий-полимерные аккумуляторы, которые еще смогут прослужить не один месяц после зарядки. Сегодня попробую подсадить на эти уже никому не нужные аккумуляторы экшн-камеру, переносной компьютер. Ну и пылесос, предназначенный для автоматической уборки помещений. В этих приборах очень часто убиваются энергетические модули, а стоят они, ну, очень неплохо. Так что присаживаясь поудобней, начнем. Как вы уже видели, наверное, в моих прошлых видео, я с десяток радиоэлектронных приборов подсадил вот на эту литий-полимерную дурь. Я считаю, что это тоже переработка. Ведь такая парилка живет часа 2-3, после чего едет на свалку. Сегодня я попробую зацепить, скажем так, высокотехнологичные приборы. Например, ноутбук, робот-пылесос. И, пожалуй, разогреюсь вот с этой экшн-камеры. Вот такая камерюха у меня есть. И после включения этот фиксирующий события аппарат просто проваливается в ноль. Нет, это не оригинальная GoPro, а какой-то вообще дешманский клон. Так что для испытания самое то. 3,7-4,2 вольта – обычное потребление таких аппаратов. Ну да, братья-чайницы, опять удивили своей находчивостью. В батарею засунуть другую батарею. Молодцы! Хорошо, хоть вроде что-то BMS есть. В общем, попробую подобрать плоский аккумулятор с литий-ионной дури. Ну должно же быть что-то похожее. Тут главное попасть в размеры. Так не хочется переделывать корпус аккумулятора, чтобы в него вставить еще один аккумулятор. К сожалению, аккумуляторы для сигарет оказались очень большие. Но мне же хочется запустить камеру. Ну, в общем, попробую найти самую мелкую парилку. И такая тоже есть в наличии. Литий-полимерный аккумулятор в ней 13350. И он отлично влетает в камереху. Ну, а вместе с корпусом аккумулятора он не вмещается. Так что придется сделать кое-какие изменения. Сам аккумулятор емкостью 550 мА. Думаю, родной был намного меньше. Ну, любят братаны с Поднебесной циферки красивые писать. В общем, аккумулятор влетел в камеру как родной, да еще и заряд кое-какой есть. Ну вот и мелочевка заработала, осталось поставить ее на зарядку. Ну вроде заряжается, как зарядится. Попробую ее поставить на общий план, но сейчас займусь вот этим роботом-пылесосиком. Для начала попробую проверить, а вдруг родной аккумулятор рабочий. И вообще, может быть какая-нибудь другая поломка. С материнской платой, например, что-нибудь. При повторной установке на базу этот умный аппарат просигнализировал мне что-то 14 раз. Походит что-то на азбуку Морзе. Таким способом аппаратура хочет сказать тебе, что у нее существует какая-то неисправность. И в таблице эта неисправность как раз связана с зарядкой. В общем, будем лечить больного. Вот эти циферки данного корпуса аккумулятора скажут тебе о том, что большинство дешманских роботов-пылесосов работают именно с таким корпусом, с аккумулятором. Так что они взаимозаменяемые. А вот и сам источник питания 2017 года. На маркировке вроде и циферки за BMS написаны. Корпус, кстати, неплохой. Можно напихать туда любые аккумуляторы. А вот и сам балансир. Выглядит неплохо. Маркировки микросхем замазаны? Прям нашли тайну. Знаю русских гениальных парней, которые с легкостью схемы перечертят. И по этой схеме вставят туда аналог микрухи. Банки, как видите, все ушатанные. И больше полувольта ни одна не показывает. Будем менять на литий-полимерную дурь, которую в наше время вы с легкостью сможете насобирать, если внимательнее будете на улицах. В общем, для составных аккумуляторов обязательно подбирай одинаковые банки, хоть и из разных парилок. Но в моем случае я смогу набрать одинаковые. 18350 на 850 мА буду использовать. Да, это меньше, чем заводской. И в инструкции написано, что бот может проработать 2,5 часа, но 850 мА, думаю, как раз в районе часа хватит уборки. За глаза. Вообще большинство таких аккумов вы убиваете сами. Например, оставляя радиоэлектронную вещь, питающуюся на литий-ионе, на несколько месяцев без зарядки. И тут аккумулятору приходит просто конец. Как, например, этому пылесосу. Видно, что пользовались им да несколько раз.
О, какая циферка неприятная. А давайте изменим ее до 100 тысяч. Но хочу я эту говнокнопку серебряную. И это можно будет сделать только с помощью вас. Тогда и видосов будет побольше. Так что помогай мне, подпишись и поставь дохренище колокольчиков, чтобы оповещение приходило. В общем-то, испытательная батарея готова. Я специально сделал длинный шнур, чтобы положить наверх пылесоса. Скажем так, наблюдать, чтобы все было в порядке. Будь предельно осторожен с аккумуляторами такого типа. Особенно, если что-то сам колхозишь. Не дай бог, что-то пойдет не так и загорится. Навряд ли ты уже потушишь. По новостям часто показывают сводки, где виновники – автономная бытовая техника, как раз запитанная на литий-ионе. Вроде заряжается. Нужно какое-то время, чтобы посмотреть. А камера уже зарядилась. Сейчас, наверное, поставлю ее на общий план. Картинка с камеры, конечно, такое г. Хорошо, что у меня стоит дублирующая камера на общем плане. Ивану спасибо. Решил я перенести бота в среду его обитания, а именно на напольное покрытие. Надо дождаться, когда индикатор перестанет мигать, ведь пульта-то у меня от него нет. Ну, в общем, индикатор ботинка не мигает, а это говорит о том, что он заряжен. Запускаю. Вообще эта модель пылесоса, да какая-то детская. Не стесняйся, напиши, какая у тебя модель пылесоса и чем ты доволен или нет. У меня, например, дома бот гоняет Ниато XV21, лидар, составление карты и другие вкусности на нем установлены. Брал я его на eBay лет 5 назад и до сих пор он отлично служит. Почти час оттарабанил этот пылесборник. В паспорте написано до 2 часов его время работы. Думаю, неплохо на мусорных аккумуляторах. Сейчас надо привести его в порядок. Аккумуляторы не греются. Бот с легкостью встал на станцию. В общем, работает. Где бы мне пульт от него еще взять? Или хотя бы кодировку сигналов? Хотя мне кажется, что они общаются в обе стороны, потому что на пульте какой-то экран с данными, и скорее всего бот что-то отправляет ему. Короче, погонял пылика еще час, и все нормально. Ну что, настало время поиграть с батареей вот этого ноута. Ух ты, меня показывают. Этот ноут я нашел, проходя возле места складирования бытовых отходов. Сперва хотел жесткий выкрутить, но подумал, заберу-ка я его полностью. По месту я попробовал запустить его. И чудо, он рабочий. В общем, решил восстановить. В Телеграме ты можешь увидеть еще больше вещей, которые подобрал. Естественно, на YouTube они никогда не попадут. Переходи, смотри, если что. Ссылка в описании. Вы только посмотрите, как безответственно относятся люди к своим личным данным. Все показывать не буду, давайте покажу только часть. Вот, например, логин и пароль от аккаунта Google и еще от нескольких сайтов логины и пароли. Да и здесь я с легкостью вхожу в аккаунт Warcraft. Ведь здесь могут быть дорогие предметы, которые с легкостью можно прибарыжить. Всю эту информацию я, конечно, уничтожу. Но и ты не забывай уничтожать свой диск, когда утилизируешь его. В общем, к делу. Аккумулятор данной балалайки держит питание до секунд 15, наверное. Так что будем заниматься пересадкой органов энергии. Аккумулятор здесь оказался мощняцкий. 4,4 ампера, но старенький, 2010 года. Понятно, почему ему кранты. В общем, в интернете какие-то дебильные способы, как вскрыть аккумулятор. Например, растворитель туда закапать. Я воспользуюсь своим способом, а именно зажатием в тисочки. Таким способом корпус немножко деформируется, и ты с легкостью сможешь отщелкивать верхнюю часть крышки. Есть другой опыт, как с легкостью можно открыть. Обязательно напиши. Так, хорошо, еще, наверное, никому не удавалось открыть без всяких отверток и растворителя. Сделано все очень добротно, с душой, можно сказать. Эти ебкины аккумуляторы я попробую зарядить каждый по отдельности через БМС, а вдруг некоторые живые. Не знаю, это заливка вроде термоклея какого-то, или опять они прячут маркировку микросхем. В нормальных аккумуляторах всегда предусмотрен термодатчик, вот и здесь таковой имеется. Здесь я буду использовать немножко мощнее аккумуляторы 20-350 на 1200 мА. Но мы-то с вами знаем, что эта цифра преувеличена.
Я уже подсаживал десятки всеразличной аппаратуры на литий-полимерную дурь. И ты видел эти видео на моем канале. Советую, что еще можно подсадить. Например, ты можешь мне пожертвовать ненужный коптер? Нет, не для съемок. Чтобы его тоже подсадить на мусорные аккумуляторы. Для съемок у меня есть. Или не помешала бы универсальная зарядная, вроде GT Power. Огромнейшее спасибо ребятам, которые донатят мне денежку, чтобы я мог покупать такие приборы. Ну а если ты хочешь присоединиться, ссылочка есть в описании. В общем, я сделал вот такую конструкцию, чтобы вы убедились, что там нет штатного аккумулятора или проводов дополнительных. Да и мне будет хорошо наблюдать за состоянием испытуемых. Ну, заряжает эти аккумуляторы электронок. Посмотрим, что будет дальше. В общем, за 50 минут аккумуляторы зарядились. Наверное, надо было еще дать какое-то время. Но мне же не терпится испытать. С банками все в порядке. Остались комнатные температуры. Ну что, настал момент истины. Вырубаем питание. А вот и что-то странное происходит. Почти 9 минут. Интересно, интересно. Почему так? Интересная история. Дошел до 6%, встал и потом опять повысил до 9%. Скорее всего, это какие-то эконом-режимы запустились. И проработал он 20 минут на таких аккумах. А представляете, сколько сможет проработать вот такой нетбук? У него 1200 мА. Вообще, в этот контейнер можно загрузить 12 банок. Давайте я добавлю еще несколько. Сами банки в половину заводского. Добавлю еще 6 банок, но можно было и 9 для полного комплекта. Повторяюсь, это всего лишь испытание. А потянут ли данные аккумуляторы ноутбук? В корпус батарейного блока эти аккумуляторы я, конечно же, ставить не буду. А закажу нормальные банки с Али. Благо, что сам корпус остался невредим. Ну почти невредим. Некоторые защелки все равно сломаны. Вообще, я хочу подарить этот ноутбук. Кому-то он действительно нужен больше, чем мне. Вот только приведу корпус и крепление в порядок. Справа возле кнопки вообще кусочек отломан. Пока не знаю, что с ним делать. Может быть, распечатать? В общем, сколько заряжается 3 банки, я снимать не буду. Каждые 10 минут нужно осматривать и проверять аккумуляторы на тепло на всякий случай. Да, и обзаведись себе вот такой штукой. И надейся на то, что ты им никогда не воспользуешься. В общем, время автономной работы, конечно же, увеличилось с 3 банками-то. Но история с 6% такая же. Уже все настройки отключил в буке по поводу экономии батареи. Возможно, чип в БМС-плате что-то там себе навыдумывал. Как считаешь? В общем, ноут показал сомнительные результаты на таких аккумуляторах. Хотя 40 минут, ну вполне реально. А вот камера и робот-пылесос... Вообще отлично работают. Давай пиши, что еще можно запустить на данного типа аккумуляторов. Или может быть есть у тебя какая-то редкая штукенция, например, какая-нибудь радиостанция. Присылай, я попробую подсадить ее на литий-полимерную дурь. Так, Стасик, успокойся. Недавно подписчик путем закладки передал мне вот такие аккумуляторы. Еще я разместил с вопросом, а что это за аккумуляторы в ТикТок? И что только там не писали? Да это же радиоактивные аккумуляторы. Ты что не знаешь, это же щелочные. И пару человек написало, что это вообще конденсаторы. Но более подходящая версия, это литий-железофосфат. Если ты в курсе, у тебя есть такие, напиши, как их заряжать. Да и что это вообще за тип аккумуляторов? Огромнейшее спасибо вот этим ребятам, которые перечисляют мне денежки на мои будущие самоделки. Монетизации, к сожалению, в России нет. Что с этими вещами делать? Может быть, разыграть? Как ты считаешь? Ну, а я с тобой не прощаюсь. Главное, не болей и храни тебя Господь. До встречи, дружище. Люблю я экспериментальную музыку. Как вам такая?